Здравствуйте, меня зовут Елена Ушкалова, федеральная статистика, мы обследование и опрос проводим населения. Сотрудников Ростовстата пускать не боятся, ведь каждого респондента заранее предупредили о приходе статистика листовкой. Для Татьяны этот опрос не первый. Месяц назад через сайт госуслуг ответила на вопросы пробной всероссийской переписи населения. Сегодня анкетирование по использованию информационных технологий и телекоммуникационных сетей. И что важно, интервьюеры работают с планшетами. С помощью какого устройства осуществляется доступ к сети интернет у вас дома? Настольный стационарный компьютер, мобильные компьютеры, ноутбук. Всего 33 вопроса об интернете, информационной безопасности, госуслугах и использовании гаджетов. Есть и общие – возраст, образование, занятость. Но главное – персональные данные конфиденциальны, а ответы используют только для обобщенной статистики по внедрению информатизации в регионе. Обследование, которое будет проходить в ноябре, оно будет проходить у нас в 16 городах и поселках городского типа и в 8 сельских поселениях. То есть, видите, достаточно серьезный охват. И люди, которые будут принимать участие, их количество превысит 1600 человек. Такие опросы проводятся уже 6-й год. За это время людей, у кого дома есть персональный компьютер, стало больше. А 76% респондентов по стране имеют домашний доступ в интернет. Интернет, мне кажется, это необходимая это вещь. Это можно оплатить услуги, квитанции. Одежду можно выписать через сайт. Все собранные данные передадут в Федеральную службу госстатистики. Прошлогоднее обследование, например, показало, что 66% дончан пользуются порталом госуслуг. Это один из лучших показателей на юге страны. Юлия Сурикова, Александр Чалый, Дон-24, Ростов-на-Дону.